За травой их не видно. Их не видно, да, за травой. Они маленькие. Но, по крайней мере, уже он лазит по вольеру. Да. Карапузы. Что-то мама засмотрелась там. Угу. Кто там? Мальчики неплохие там, да, в соседнем вольере. Будущие отцы. Кому алименты предъявляют? Ой, ты боже, какие прям. Ой, улегся. Ой, какой хорошек, смотри. Угу, такой сладкий. Какой карапузик. Пятнистый. И второй пришел. Угу. А третий путешествует там в зарослях. Где-то лазит. Где-то там заблудился в сорняках этих. И что это за заросли такие, трава. Вот, нашел он третьего, они тут вдвоем. Да, там третий. За кустами. Мама такая настороженная. Мама красивая. Где обезьяна? Такой малышарик. Так, а эти путешественники от рук отбились, куда-то ушли. Заросли. Не, один вон рядышком. А вот, там да. И второй где-то тоже. Смотри, какие шустрики. Мяу! Мяу! Мяу, кисёни. Малыши. О, мамочка легла. Давайте, детки, столовая кушать. Открыта. Кушать. Дети. Кушать. Дети, дети. Мама пришла, молочка принесла. Ну, может, хоть это в одном месте соберутся. Какие поросики. Один вот, вот здесь. Один, вот он. Да, вот он. Вот он. Выходит, да? Все, у нас все нехорошие. Все малявки в сборе. Опошня такая. Малышня опошня. Какие классные. Такие головки пятнистые у всех. Горошек, малышки. Опа, столовая. Ищем столовую. Да. Все, свою тарелку нашел. Нашел, все. Остановился. Зевает как. Класс. Все, скоро будут бегать. Второй пошел. Тарелку искать. Угу. Так, что такое? Одну тарелку на двоих? Отжать надо, да? Убраться. Или не, все, нашел свою. А там самый самостоятельный, независимый. Самый неголодный. Он как мама лежит такой. Да. Так сказать, настороже. Мы тут с мамой вообще. Да, мам, все это охраняем мама? Вообще-то. Мама, ты видишь, как я? А я мамин лягучий, да? Да. А я мамин шин. А я мамин. Мамина бусинка. Классно. Ну, что такое? Такой так лег вообще, смотри. Ну, маму посмотри, да. Правда, я любимый. Правда, я самый красивый. Кошечки. Такие зубы у мамы. Такой класс. Мама, а что там у тебя во рту? Мама, что ты ела? Что ты ела? Смотри, у нее сколько деток. Маленькие ребята. Это крепко, типа, закончилось. Маленькие совсем, да, да, эти котятки? Котятки, котятки. Ты ножкой так не можешь. Эй, да. Не достанут тебя, не переживай. Лапами, лапами, да, такой. Упирается. Пойдем, дочь, чтобы он достанет. Пошли. Достанут. Чего не достанет, не бойся. За одну тарелку надо побороться. Та, наверное, самая молочная. Да.
Там вкуснее всего. Угу. Куда путешественник? На маму надо залезть, да? Пончик. Это так смотрит такой, на них такой. Ага, такой классный возраст вот этот. Они такие самый няшный такой. Неуклюжие, такие хорошенькие, пушистенькие, маленькие. И такая у них непосредственность вот эта детская. Такие классные. Еще окрас такой вот этот малышковый, пятнистый. В горошек прям, как леопардики. Угу. Мам. Ему хочется общаться с мамой, любит mm-hmm. маму. И мама. Она. Или девчонка, или мальчишка. Ой, ой. Зубы что ли лезут уже вроде рано еще. Хочется погрызть все. Мама, сама серьезность. Мама не такие. И сама нежность. Мама не такие. И там барахтаются. Ты ж у соседа всяко вкуснее. Опа, опа. Этот малыш решил пойти угу. покушать. Нет, смотри, улегся. Их там три. Надо срочно, срочно скосить траву. Там нам плохо видно. Ой, какой.